Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопи Джана Самайуктам Бриндаванам Ванчакалпатарувасчакипасиндхбевача Патитананг Павунебхо Вишнабхибхьо Наму Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунглан Хайтигирим Ятки Патамаханг Ванди Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчаива Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришно Като Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагодхарана Дхейям Сада Парибхапагна Вавиштадухам Тетас Падам Сива Виринджинатам Сараньям Бхитатихам Панатопалли Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисвариджита Гамапигапавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадан Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкиртанай Кавитару Камала Ятакша Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам, 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 Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Нитам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджвишва Бадане Лакшмир Яшача Вакшаши Джасястида Самбит Пам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yatha yatha gaura padar vinde vinde ta bhakti mikita punna rasi tatha tatha utsarpati hidyakasmat radha padam mujo sudham rasi yatha yatha gaura padar vinde vinde ta bhakti mikita punna rasi tatha tatha utsarpati hidyakasmat radha padam mujo sudham rasi gauriya goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told that in the way of Anugatha of Radharani, Gaudiya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что на пути Анугати к лотосным стопам Радхарани, Тринадапи Бхаваана, естественно. Нет никаких вопросов и сомнений в этом. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что любовь и борьба, если они случаются ради одной причины Кришна Савету, мы можем одобрить это. И вот Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Джагадгуру сказал, если любовь и если любовь и восхищение не служат одной цели, то мы одобряем это. И вот Шрила Прабхупад говорит, Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, это значит, что Радхарани — это олицетворение совершенной юктовой раги. Радхарани — это полное олицетворение совершенной юктаварайраги. Посторонние люди не могут понять эту сокровенную вещь. Они не понимают, что значит вайраги. Материалисты, у них превратное представление о вайраге, и они понимают вайраги, непривязанность. То есть они понимают наслаждение и отречение от этих наслаждений. А между этим есть научная юктавайраги, гармоничное отречение. И только те, кто следует, Радхарани, они могут понять, а другие не могут этого понять. Только те, кто следует Радхарани, они могут понять, а посторонние люди нет. Даже сейчас Шрила Прабхупад говорит, Шрила Прабхупад говорит, что даже сейчас южноиндийские люди, у них нет четкого представления о Радхаране. Они критикуют Радхаране, не могут поверить, как это возможно, такое возможно. Они думают, что это не авторитетно. Шрила Прабхупад говорит, южноиндийские люди до сих пор. До сих пор, значит, после того, как Махапрабху, он распространил свою милость по Южной и Северной Индии, но все равно до сегодняшнего дня южноиндийские люди не имеют представления, что такое Радхарани. Они критикуют.
Они говорят, что это не авторитетно, это плохо, нелегально. И вот таким образом Радха Дасья, я имею в виду Радха Анугатия, это очень сокровенно. Кто-то может силой заявлять, что я совершаю Радха Дасья. Они, конечно, могут заявлять так, но доказать то, что они по-настоящему следуют, для них невозможно. Это очень сокровенное. Шрила Прабхупад говорит. И вот Шрила Прабхупад говорит, в бесчисленных мирах мы только пытаемся понять Верховного Господа. Мы пытаемся понять Верховного Господа, который творец бесчисленных миров. И мы знаем это наверняка, что Кришна, Он все привлекающий. Он привлекает весь мир. Кришна, Он все привлекающий, Он привлекает весь мир. И Радхарани, она привлекает этого Кришну даже. Мы знаем, что Кришна, Он все привлекающий. Кришна, Он подобен магниту, супермагниту, который привлекает все, притягивает абсолютно все, всех и каждого. Но этот Говинда также чувствует влечение к Радхарани. И, надеюсь, вы поняли качество Радхарани. Сам Говинда, он единственный, кто объект всеобщего привлечения. Но даже Кришна, Верховный Господь, Он привлекается Радхарани, Он чувствует влечение к ней. Огромное влечение. Шрила Прабхупад говорит, что Кришна — это единственный объект нашего поклонения. Хотя мы знаем, что Рама, Нарисимха, Вараха, мы знаем, но в итоге они исходят из Кришны. И поэтому я говорю, если я говорю Кришна, то в этом нет проблем. И вот Кришна — это единственный объект нашего поклонения во всех 14 мирах. И Радхарани — это объект поклонения Кришны. Кришна поклоняется Радхарани. И вот суть в том, Шрила Прабхупад говорит, Радхарани служит Кришне. Шримати Радхарани служит Кришне. Таким образом, уникальным образом, что Радхарани, она может купить Кришну полностью. Радхарани служит Кришне таким образом, что Радхарани, она буквально может купить Кришну. Кришна полностью продан Радхарани, и таково ее служение. Служение Радхарани, значит, это уникальное служение. Это анибхиласита шуньям. Как каждый может служить Кришне, каждый имеет в виду бесчисленные преданные в этом материальном мире, в бесконечных материальных мирах и в трансцендентных мирах. Они могут служить Кришне в бесчисленными способами, в бесконечных материальных мирах. Все преданные, те, кто являются здесь лилу в этом материальном мире, они могут служить Кришне только. Может, они служат. Они служат Кришне, хорошо. Но служение Радхарани, служение, которое совершает Радхарани, оно уникально. В бесконечных материальных мирах, если кто-то совершает какое-то служение, Кришна хочет отплатить за это служение. Если кто-то служит, Кришна хочет отплатить ему за это служение.
И вот если кто-то служит мне, Кришна говорит, если кто-то служит мне, то я хочу отплатить ему за его служение, но в Раджа-гопи, о Радхаране. Кришна не может говорить таким образом. Кришна говорит, что я в долгу, я не могу отплатить за такое служение. И, пожалуйста, будь довольна своим высоким положением. То служение, которое ты совершаешь, у меня нет ничего, чем бы я мог тебе отплатить за него. И поэтому будь довольна сама собой. И вот Шрила Прабхупада говорит, Кришна служит Радхаране, служит Кришне таким образом, что Радхарани, она становится объектом поклонения Кришны, и такое служение совершает Радхарани. И так и все Сакиманджари. Пытайтесь понять. В прославлении Бхагаватам говорится то, что Кришна Бхагаван и Радхарани, они не отличны друг от друга. В прославлении Бхагаватам везде, в читании Читамрити, во всех шастрах, особенно в прославлении Бхагаватам, в Сканда Пуране говорится «Са-эва-са». Значит, тот, кто Кришна, он же Радхарани, а кто Радхарани, она и есть Кришна, они не отличны друг от друга. И согласно Веданта Сутре, мы знаем Шакти, Шакти Матор Абед, Шакти Ман, Кришна и Шакти, они не отличны друг от друга. Но все же Шакти, согласно Чинти Бидда Бидда Таттве, мы можем найти Шакти Таттву иногда отдельной, хотя Шакти Таттва внутри Кришны, но все же мы можем найти, что Шакти Таттва отделена от Кришны. Са-эва-са. Радхарани и Кришна, они не отличны друг от друга в этом Сиддханта. Аная Радхитанунам. Радхарани, все Сакиманджари, они проявление тела Радхарани, ее экспансия, расширение. Каявьюха, они помогают Радхарани, они служат Кришне под руководством Радхарани. Они все служат Кришне, но под абсолютным руководством Радхарани. Они все служат таким образом. И вот Радхарани — это Шакти Таттва, изначальная Шакти Таттва. И из Радхарани вся Шакти Таттва имеется в виду. Когда Бхагаван Си Кришна приходит в этот материальный мир в форме Рамачандры, в форме Варахи, Нарисимхи, в любой форме, когда Бхагаван приходит в этот материальный мир, чтобы проявить лилу в этом материальном мире, в этом случае Шакти Таттва также всегда приходит. Конечно, это не то же самое, но изначально они не отличны, как Вараха, Нарисимха, Рамачандра, все они приходят к Курма. Но Лакшми Нарисимха, я имею в виду, когда Бхагаван Шри Кришна приходит в форме Нарисимха Дева, в этом случае Шакти Таттва тоже приходит в соответствии с этим. И когда Кришна приходит в форме Рамачандра, и в этом случае Шакти Таттва тоже приходит в соответствии с потребностью, с Праюджан Таттва. И вот согласно лиле, они приходят, и также изначально вся Шакти Таттва, она исходит от Радхарани Кришна.
Ишвара. И как говорится в этой шлоке, и также можем сказать о Шакти Татве, что Радхарани Ананта Коти Вишнулок. В трансцендентном мире есть бесконечные миры, и там и каждый там поклоняются лотосным стопам Радхарани, они поклоняются лотосным стопам Радхарани, они склоняют голову перед ней. Все и каждый, даже Парвати, Гайтри Деви, все полубоги и прочие существа. И таким образом все и каждый, они все поклоняются Радхаране таким уникальным образом. И Шрила Прабхупад говорит то, что Шримати Радхарани, она пытается сделать лучше, чтобы организовать милость для всех бесконечных джив. Радхарани, она изначально Гуру Татва. Но сейчас мы можем видеть, что Нитьянанда Прабху, он тоже Гуру Татва, да. Нитьянанда Прабху Баладев Бхагаван, он тоже Гуру Татва. И Радхарани тоже Гуру Татва. Но и в чем разница? Разница между этими ипостасями Гуру Татвы в том, что Баладев, и Нитьянанда Прабху, это первое проявление Бхагавана Шри Кришны. Нитьянанда Прабху — это первое проявление Гуранги Махапрабху. И Шрила Прабхупад уже сказал то, что Нитьянанда Прабху, я имею в виду Баладев, он не отличен от Шри Кришны, Севататва и Севактатва. О Баладеве, о Нитьянанде мы можем сказать, что Нитьянанда Баларам — это первое проявление Верховного Господа, и Баладев, я имею в виду Нитьянанда, они одновременно не отличные и отличные. Одно из его проявлений — Севьятатва и Севактатва. Это только Нитьянанда Баларам, к нему применимо такое, что он как Севьятатва, так и Севактатва. То есть тот, кому служат, и тот, кто служит. Это применимо только к Баларам, Нитьянанде и никому еще. И поэтому Гуру Татва, Кришна является в форме Гуру, в форме Баладева. И поэтому я уже сказал, что Баладев, он может совершать Расалилу, но с отдельной группой гопи. И в этом разница между этими двумя Гуру Татвами. Баладев тоже Гуру Татва, и Радхарани тоже Гуру Татва. Но главная разница в том, что Баладев, он первое проявление, и это он Севактатва и Севьятатва, в то время как Радхарани, она не является Севьятатва, она Севататва. Радхарани только служит, но все же мы знаем,
Кришна Бхагаван, он поклоняется Радхарани, это уникально. Но Радхарани, она севактатва, и другая разница в том, что те, кто могут достичь сакхарасы, Бхавацалья тоже там внутри Баларама, так или иначе. И вот они такие могут принять Баларама как изначального гуру, но у Мадхура Расататве, будьте осторожны, Баладев тоже там, Нитьянанда, Баларам, они тоже там, в Расалиле, Анангаманджари. Анангаманджари, я имею в виду наша Джанава Такурани. Анангаманджари, она тоже там. Джанава Такурани, она Анангаманджари. И вот Джанава Такурани, она уже там внутри этой Расалилы, но в другой форме. Не в прямой форме Баладева Нитьянанда не может прямо прийти. Но Радхарани, она служит Кришне Мадхурасе, и не только в Мадхурасе, великолепной, уникальной Мадхурасе. И в Бхакти Расамрита Синдху много раз мы находили такие слова. И здесь они тоже применимы. Гаудия преданные могут понять это так, что то служение, которое совершает Радхарани, то служение, которое совершает Радхарани, мы все гаудии, которые преданные Рупануги, а мы должны служить Кришне таким образом. Мы должны служить Кришне таким образом в соответствии с настроением Радхарани. Шрила Прабхупад говорит о Радхарани, о ее служении, на день ее явления. Шрила Прабхупад говорит, Радхарани, когда она совершала Расалилу с Кришной, и когда Кришна совершал Расалилу с Радхарани, то в то время, вы знаете, все различные бесчисленные гопи, они тоже пришли, чтобы участвовать в этой Расалиле. Они пришли, чтобы участвовать в этой Расалиле, но в то время мы должны понять, что Радхарани — это связующая сила, это Расалила. Радхарани — это главная связующая сила Расалилы. Без Радхарани Расалила не может быть. Радхарани — это главная связующая сила Расалилы, как мы знаем об этом. Вот из этой шлоки. Из Бхагавата Махапурана мы можем найти эту шлоку. Это шлоку из Бхагавата, и там мы находим Аная Радхитанунам. Те, кто, те гупи, они делают такое замечание, все гупи, те, кто участвует в Расалиле. В итоге Радхарани, когда Радхарани смотрит, что все гупи, и те, кто находится под моим контролем, и сейчас они совершают Расалилу, Самбуклилу. Те гупи, они под моим контролем, но сейчас они отдельно танцуют с Кришной. И что это? И в то время Радхарани, она явила лилу Абхимана, но это нельзя сказать, что это ложное эго. Слово Абхиман больше подходит, и Радхарани приняла решение, что хорошо, сейчас они
танцуют с Кришной, в Самбхог-лиле находятся. И как-то так долго они служили под моим руководством, и сейчас они хотят сами наслаждаться с Кришной, я не могу находиться здесь. И Радхарани, она решила уйти. Когда Радхарани решила уйти с Расалилы, с Расастали, то тогда Кришна искала Радхарани. Кришна не мог найти ее, где же она. И Кришна тоже решил уйти с этого места. И Кришна ушел в поиске Радхарани. Никто не... И в этом, и так они, эти гупи, начали плакать. Вся Расалила, она рассыпалась. Вся Расалила, она рассыпалась, поскольку Кришна ушел. И связующая сила Расалилы Радхарани тоже ушла. И кто может совершать эту Расалилу? Когда Радхарани ушла, то сразу Бхагаван Шри Кришна, он тоже, он пошел ее искать, поскольку без Радхарани Кришна не может жить. Это невозможно для него, и поэтому Кришна, он отправился искать Радхарани. И в этом случае вся эта Расалила рассыпалась. И после этого я начну Гопи Гиту. В этом случае все гопи, они вместе все начали плакать и выражать свое горе. Кришна, куда же ты ушел? Они, эти гопи, они искали Кришну во всех лесах Вриндавана. Куда же Кришна ушел? И вот они искали, искали и пели песнь разлуки. Это зовется Гопи-гита. И вот, когда Радхарани ушла, вся Расалила, она развалилась, и сейчас в процессе поиска Кришны они искали Кришну как сумасшедшие. Они искали Кришну как сумасшедшие. И вот они ходили с одного леса в другой, в третий. Они искали. И в Бхагаватам говорится, с одного леса в другой они ходили и искали. В различных лесах Вриндавана в поисках Кришны находились, но не могли найти Шри Кришну. Но иногда они обнаруживали отпечатки стоп Кришны. И они думали, чьи же это отпечатки, и сделали такое замечание, может быть. Может, эти гопи Радхарани во всем Бхагаватам. Не, смотрите, нельзя найти имя Радхарани. Я расскажу то, что говорил Шрила Прабхупада на эту тему. Во всем Бхагаватам мы не можем найти имя Радхарани. В этом мистерия. Почему? Шрила Прабхупада объясняет это. Мистерия в том, что имя Радхарани, служение Радхарани, оно очень уникальное, имеет и огромное значение, но оно, имя Радхарани есть там, но не прямо, а косвенно дано. И поэтому эти гопи, я могу вернуться к этой теме, эти гопи, они говорят, что здесь отпечатки стоп очень глубокие. Значит,
Значит, эта гопи очень удачно. Может, она встретила Кришну, и Кришна взял ее, посадила к себе на плечи, и потом они пошли таким образом. Может быть, эта гопи просила сорвать Кришну какой-то цветок, и поэтому вот здесь видны только отпечатки пальцев Кришны. И таким образом они думали, так или иначе. И они думали, что же могло случиться. В итоге сказали такую шлоку. Те гопи, они сказали, несомненно, на 100%, эта гопи, она достигла успеха в служении Кришне, 100%, это так. А другие гопи, они сказали такие слова, мы уверены, что эта гопи, указывали на Радхарани, эта гопи достигла успеха в том, чтобы служить Кришне на 100%. Мы уверены в этом, иначе все гопи там. Лалита, Вишака и проще. Шатакоти гопи. В Бхагаватам говорится 100 тысяч гопи. И Шатакоти гопи, они есть, но... Но смотрю, могущество Радхарани гораздо больше. Там было 100 раз по 10 миллионов гопи, и а там одна Радхарани, кого же Кришна выбрал. И Шрила Прабхупад говорит, смотрите, там сотни миллионов, 100 миллионов, 100 раз по 10 миллионов гопи, а здесь одна Радхарани. И вот эти гопи сделали такой вывод в этой шлоке. Если вы знаете санскрит, вы поймете значение слова «аная». «Аная» значит, это в этом. «Аная раджита» значит, та, кто совершает самое великолепное служение. И этим, в этих словах имя Радха, ее значение, ее имени здесь. Только Шукадев Госвами, он хотел указать на имя Радхарани, но не прямо. И каково же значение имени Радхарани? Шрила Прабхупад говорит, Шукадев Госвами, он указывает «Аная Радхитананам Ити Радха». То та гопи, с помощью которой Кришна получает максимальное количество служения Радхарани. Это служение, которое совершает Радхарани, это полностью одобрено Кришной. Поэтому так происходит Аная Радхитананам и И поэтому прямо или косвенно здесь имя Радхарани приводится. И Шрила Прабхупад говорит, материалисты спрашивают, почему имя Радхарани нет в Бхагаватам. И вот материалисты спросили Шрилу Прабхупаду, Прабхупад, почему во всем Бхагаватам мы не можем найти имя Радхарани. И Шрила Прабхупад говорит, о глупце. Для кого? Для кого Шукадев Госвами? Для кого имя Радхарани?
должно быть там для таких глупцов, как вы? Шрила Прабхупад спрашивает. Для кого? Имя Радхарани безопасно может быть дано Бхагаватам, поскольку они могут злоупотреблять ее именем, не смогут понять. Даже мы слышали от Гуру Варги, от Шрилы Прабхупады, то, что когда Шукадев Госвами, он произнес имя Радхарани, она почувствовала какие-то Аштасатэгвикара, 8 божественных преобразований, которые происходят с телом из Шукадев Госвами, он сдерживался, поскольку когда он, если бы он произнес имя Радхарани, то из-за экстаза, которого он бы почувствовал, он бы не смог говорить Бхагаватам дальше, поскольку он чувствовал этот Аштасатвик Вика. И вот наш Шукадев Госвами, он пытался сдержаться, поскольку если бы он произнес имя Радхарани, он бы просто упал бы без чувств и не смог бы говорить дальше. И вот Шукадев Госвами, он пытался сдержаться. И также и вот Шукадев Госвами, он, возможно ли ему испытывать такие чувства, да, и с Бхагаватам. Сейчас начинается Удав Гита и Гопи Гита, я могу привести все свидетельства один за одним, и в Бхагаватам мы можем найти, что все гопи. Пытайтесь понять, в Бхагаватам говорится, Шукадев Госвами говорит, все гопи пришли. Шукадев Госвами говорит, не все гопи ушли. Он не говорит, что все гопи пошли к Кришне. Шукадев Госвами говорит, все гопи приходят, и каково значение? Каково значение вот этого оборота? Если мы хотим сказать, что кто-то уходит, мы говорим, что он уходит, а не приходит. И какова причина, что он выбрал именно это слово? Все гопи, они приходят к Кришне, они не уходят от Кришны, а приходят к Кришне. Это гопи не может понять, что та гопи идет. Все гопи, они заняты, они полностью погружены, поглощены. Каждая отдельная гопи, они все поглощены Кришной, они смотрят, думают только на Кришну, который играет на своей флейте, и не замечают ничего остального. Даже то, что другие гопи идут к Кришне, они тоже не замечают ничего. Они настолько поглощены мыслями о Кришне, что не замечают ничего другого. И вот те гопи, Шукадев Госвами пишет. Mm-hmm.
первое, вы должны пытаться понять, что каждая гопи, все гопи, у них нету, они не знают, что другие гопи тоже идут к Кришне. То есть они думают только о Кришне и не замечают, что происходит вокруг. И поэтому здесь говорится о том, что они не видят друг друга, а устремлены только к Кришне. Но Шукадев Госвами, он говорит, что они приходят к Кришне. И указание это на то, что как будто Шукадев Госвами, он сам находился в Расалиле. Если бы Шукадев Госвами, он бы сам не присутствовал на Расалиле рядом с Кришной, он не мог бы сказать, что они приходят к Кришне. То есть он видит, что они приходят, идут к Кришне. И поэтому можно сделать вывод, что это не какое-то философское объяснение Дана Шукадева Госвами, а его чувство. Он описывает то, что чувствует, то, что испытывает. И вы смотрите, вы не можете вы не можете опровергнуть то, что Шукадев Госвами имеет такое высокое чувство. Он тоже находится под руководством, под Анугати Радхарани. Он тоже чувствует Гопи Бхава. Иначе как же мог он все это описать? И вот суть в том, что все гопи ищут Кришну. Все они вместе поют эту Гопи Гиту. И вот они ищут Кришну. И они прославляют Радхарани, поскольку она служит Кришне наилучшим образом, и поэтому Кришна, он продает себя лотосным стопам Радхарани. Это не ложная философия. И говорится в Чайтанья Чайтамрите. Из Гита Говинды вы можете найти и различные документы. И вот Шукадев Госвами чувствует такое чувство, что он произносит имя Радхарани и не может говорить Харикатху, Бхагаваткатху. И поэтому он пытается сдержаться, может, это желание Кришны, поскольку без желания Кришны ничто не может случиться. И без желания Кришны ничто не может случиться, и поэтому это тоже так. Это случилось по желанию Кришны. Шукадев Госвами не произносит имя Радхарани. И Бхагаван Шри Кришна говорит, имя Радхарани, оно же там в Бхагаватам скрыто, оно дано, и это оно настолько сокровенно, что Шукадев Госвами никогда не хотел открывать его. И Сила Прабхупад объясняет Четвертую Шлоки Бхагаватам. И вот Сила Прабхупад говорит Сарахасе, это самое сокровенное. В Четвертой Шлоке Бхагаватам Сила Прабхупад объясняет, сначала он говорит, что это сокровенное, потом вигьяна, значит, с прямым чувством, это знание. Не только это, и также гьянам, парамам, гуджям, сарахасим, сила Прабхупад говорит, рахаси, значит, Рахаси, значит, это знание настолько сокровенно,
что оно не может быть открыто перед обычными людьми. Шрила Прабхупада говорит, обычные люди не могут понять славу Радхарани. Шрила Прабхупада говорит, когда Гуранга Махапрабху явился в этом материальном мире, и когда у нас была возможность понять эту шлоку, и вот Шрила Прабхупада говорит, когда в любое время, когда Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот материальный мир и являет различные лилы с различными настроениями Рупануга и Рагануга Баджана, то тогда мы можем понять, есть нечто сокровенное, Шрила Прабхупада говорит. Тогда мы можем понять, Шрила Прабхупада говорит в своей Харикатхе, тогда мы можем понять и осознать, что есть нечто сокровенное. Это зависит от Уннатого Джалараса. Шрила Прабхупад говорит, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот материальный мир, когда мы имеем возможность следовать всем действиям Махапрабху, то, что он говорит, чувствует, делает, и все, что делает Махапрабху, и тогда мы имеем возможность понять, что происходит, это нечто очень сокровенное у Нанту Джалараса Радхарани на Уджишвари. Картик-врата, она зовется Уджи-врата также. Или Дамодар-врата, но если мы говорим Уджи-врата, то мы должны понять, что Радхарани это уджа-бхакти. Что это значит? Это значит чистая бхакти, даже без запаха всякого осквернения. В этом материальном мире любые виды отношений между мужчинами и женщинами, они чем-то, как правило, чем-то осквернены. Но на Галоке нету никакого осквернения, это не может быть, и в то же самое время Радхарани Бхакти. Радхарани — это Уджа Бхакти, она полностью одобрена Кришной. И Радхарани, она Гуру Кришны. И в Чайтанья Чайтамрите мы находим эту шлоку. И вот в Чайтанья Чайтамрите мы находим такую шлоку. В Чайтанья Чайтамрите мы можем видеть, что Радхарани и Рада Према, они не отличны. Радхарани Ладини Шар Шангит Виграха is called Радхарани, total embodiment of Prema. Радхарани — это полное олицетворение Премы. И о Радхарани мы знаем очень хорошо то, что Радхарани, она Гуру Кришны. Кришна, сам Кришна говорит, и вот Кришна говорит, что Прама Радхарани — это мой гуру, а я ученик Радхарани. Сам Кришна говорит об этом. И также в Гита Говинде, и вот Джайдев Госвами написал это, Гита Говинду, и там такие стихи. И вот Кришна говорит Радхарани, что я горю из-за камы, но эта кама, она не материальная. Не понимайте превратно, Шрила Прабхупад говорит в Харикатхе, в своей Харикатхе, что под именем Онанта Уджалараса, под именем Рагануга Баджана, не каждый может понять настроение Радхарани. Если они могут понять настроение Радхарани,
то тогда все анардхи, они избавиться от всех анардхи смогут обрести прямо. Шрила Прабхупад говорит на Харикатхе о Радхарани, о Анантаджанарасе. Это настолько сокровенная тема, что если обычные люди услышат об этом, то они разовьют просто какое-то материальное вожделение. И те сахаджи, они возмущаются этим. Они говорят наоборот, что если слушать Расалилу, то наоборот, кому ходит, но, как правило, происходит это наоборот. То есть кама может... В Бхагаватам описывается, что даже если кама она практически ушла из сердца, то если там немного какой-то запах камы даже. А, то есть если слушать Расалилу, то есть надо слушать Расалилу, когда наше сердце уже практически чисто от камы, какой-то малейшая часть осталась, то тогда она уходит, но не раньше. И вот после слушания, если мы услышим весь Бхагаватам, и мы не можем найти там имени Радхарани, то такое слушание Бхагаватам, оно бесполезно. И вот Шрила Прабхупад говорит, что услышав весь Бхагаватам, если мы не сможем найти там следа имени Радхарани, то тогда будьте уверены, что ваше изучение Бхагаватам бесполезно. И вот сейчас Радхарани, она сердце и душа Кришны. На Бенгале мы говорим Сарвасья. На Бенгале и санскрите говорим Сарвасья, это сердце и душа. Мы говорим на санскрите Бенгали сердце и душа, это значит Сарвасья, все и вся. Все. Все богатство, все, все, что есть. Но Кришна говорит, мое богатство — это только Радхарани. Если кто-то спросит вас, есть ли у вас какое-то богатство, можете сказать, что есть квартира где-то, еще где-то квартира, земля какая-то. Но Чайтанья Махапрабху говорит, нет. Чайтанья Махапрабху говорит, у меня ничего нет, я без... Чайтанья Чайтамрити говорят такие слова. И что это значит? Чайтанья Махапрабху говорит, что я без... Я нищ, у меня нет ни копейки, никакой собственности. О Кришна, сделай меня своим слугой и дай мне сокровище прама. Я хочу обрести прама. Прама — это единственное сокровище. Чайтанья Махапрабху говорит, что прама — это единственное сокровище. Но обусловленные души, они пытаются что-то купить здесь и там. Но это не так. Мы обусловленные души, мы оставим, когда мы оставим свое тело, и когда мы осознаем, что единственное, что мы упустили, это Кришна прама. И Махапрабху говорит такие слова, что я очень... Я очень беден. И прямо это мое единственное сокровище. Моя жизнь бесполезна. Я живу свою жизнь бесполезным образом. У меня нету прамы. Моя жизнь бесполезна. Я очень беден. О Кришна, сделай меня своим слугой. И гопи также говорят, Сулка Дасика,
сделай меня своим слугой и дай мне это великое сокровище, что это према. И вот Бхагаван Шри Кришна Читания говорит таким образом. И Кришна Бхагаван, он думает, что у меня нет никакого сокровища. Кришна Бхагаван говорит, что у меня нет богатства. Только лотосный стоп Радхарани — это мое единственное сокровище, Шрила Прабхупада говорит. И пытайтесь осознать это в бесчисленных брахмандах, в бесчисленных мирах. Все служат Кришне. И Ишвара Парама Кришна Сачитана Давиграха. То есть весь мир, он, все так или иначе, они служат Кришне. И Кришна говорит, что у меня ничего нет. Я очень беден. Мое единственное сокровище, что у меня есть, это лотосный стоп Радхарани. И вот Шрила Прабхупад, он просит нас подумать, посмотрите. Кришна, он владелец бесчисленных миров. Пытайтесь понять значение лотосных стоп Радхарани и ее положение. И если мы не сможем обрести милость Радхарани сегодня, Шрила Прабхупад говорит, если сегодня мы не сможем почувствовать, что явление Радхарани внутри нашего сердца, если мы не сможем почувствовать явление Радхарани внутри нашего сердца, то тогда наша Радхаштами Врата бесполезна. Шрила Прабхупад говорит, если мы не сможем почувствовать явление Радхарани внутри нашего сердца, то тогда наша Радхаштами Врата, которую мы соблюдаем, она бесполезна. Все бесполезно, ведь не сможем понять, кто такая Радхарани. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорит, в Чатушлоке Бхагаватам Кришна говорит, Брахмаджи. И Шрила Прабхупад говорит, что Бхагаван Шри Кришна, он заверяет Брахму, что я дам тебе это сокровенное, но своими попытками ты не можешь понять. Я могу дать тебе это, и тогда ты осознаешь все. Но своими собственными попытками ты не можешь понять меня. И Шрила Прабхупад говорит, что эти сокровенные лилы настолько сокровенны, что обычные люди, у них нет никаких представлений об этом. И в Расалиле Парикшит Махарадж, он выражает сомнения. И вот Парикшит Махарадж, он выражает сомнения о Расалиле. Подумайте, если сам Парикшит Махарадж, подумайте снова и снова, если Парикшит Махарадж выражает сомнения в Расалиле, то что говорить о нас с вами? Если Парикшит Махарадж, он выражает сомнения о Расалиле, то что говорить о нас с вами? Естественно, мы будем превратно это понимать, а сахаджи не могут понять такую простую вещь, что даже если сам Парикшит Махарадж начал сомневаться, то что говорить о других? И Парикшит Махарадж, он олицетворяет собой дарму. Кришна Говинда, он идеализм дармы и адармы. Он
он ставит стандарт дхармы и адхармы, и как он может, и как, и вот даже Шукадева Госвами сомневается, как он может танцевать чужими женами, эти все гопи, жены каких-то гопов. И вот Парикшит Махарадж являет такие сомнения. Парикшит Махарадж говорит, Кришна, он самодостаточен. У Кришны нет никакого неудовлетворения. Атмакам значит тот, кто самодостаточен, самоудовлетворен. И я думаю, что Кришна совершил какую-то ошибку. И тогда Шукадева Госвами говорит, хорошо, о царь, пытайся понять, этот Кришна сидит внутри сердца всех и каждого, как Параматма. О царь, ты забыл об этом. Кришна, он сидит внутри сердец всех и каждого. Кришна, он сидит внутри сердца всех и каждого, как Параматма. И вот как ты можешь сказать тогда, что он танцует с чужими женами? И вот Шукадева Госвами что говорит гопинам, пытайтесь понять, гопинам, и вот каково значение этих слов? Гопинам, тат, я имею в виду внутри сердца гопи, или внутри сердец мужей гопи, везде, где нет, везде Кришна пребывает. О царь, вы забываете об этом, что в форме сверхдуши Кришна пребывает в сердце каждого, как внутри гопи, так и внутри мужей гопи. И это хороший аргумент. Еще когда Госвами говорит гопинам, тат патинамча сарвеши вадахинам, что в каждой душе, в каждом сердце Кришна пребывает. О царь, кто пребывает в сердце гопи, кто внутри сердец мужей гопи пребывает, этот Кришна, кто пребывает внутри вашего сердца, как сверхдуша, вы не можете понять. И этот Кришна сейчас совершает Расалилу. О царь, будь осторожен. Будь осторожен, царь. Этот Кришна сейчас совершает Расалилу. Понимаете? И он зовется Кришна. И вот говорится, Нашину Кришна, Махитот Пашамая, Манумано, Сапасастану, Шану Сану, Бриджокасаха. This slope also you can understand. И вот что я говорю в этой шлоке. Very secret slope. Очень сокровенная шлока.
Пытайтесь понять. Вот Шукадев Госвами говорит, тот царь, те мужья Гопи, это магическое действие йога Майи, Парикшит Махарадж. И Шукадев Госвами говорит, о царь. Шукадев Госвами говорит, о царь, это магическое действие йога Майи в том, что они не завидуют Кришне. Почему? Они никогда не могли чувствовать, что их жены ушли совершать рассалилу с Кришной. Но здесь говорится, Шукадев Госвами говорит, о царь. Всю ночь они чувствовали, что их жены спят рядом с ними в их доме. Они все чувствуют, что их жены там вместе с ними. Они, хотя те ушли, но они не понимают этого. Вот эти враджаваси, они чувствовали, что их каждый гоп чувствовал, что их жены рядом с ними. И они не могли понять, и в этом магическая сила йога Майи. И таким образом Шукадев Госвами, он приводил много аргументов. Если вы нарушаете какие-то правила, принятые в этом обществе, вы потеряете вашу мораль. И социальная система, она тоже нарушится. Если вы делаете что-то неправильное, то эта социальная система нарушится. Но что говорить о Гопе, о Кришне? Это такая область, где наш ум, тело, речь, они никогда не могут достичь уровня Кришны. Или я могу сказать, может, когда-то по милости Гурудева вы можете достичь, но не так быстро. Вы находитесь в городе Матхи, слушаете Харикатху, и тогда я могу пообещать вам, что я, находясь на Вьясасане, прикасаясь к Тулси, я могу пообещать вам, что вы, если по-настоящему находитесь внутри Гауди Матха, слушаете настоящую Харикатху Гауди Матха, то я могу бросить вам вызов, вы достигнете Кришны. Это не мое обещание, обещание Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Думаете ли вы, что есть какой-то другой путь, кроме Гауди Матха? Однажды, будучи спрошенным каким-то человеком насчет того, что Гауди Матха единственный путь к Богу, Шрила Прабхупада сказала, а есть ли какой-то другой путь, покажи мне, если ты думаешь, что что-то есть еще. Поскольку те близкие, дорогие Бхагавану Шри Кришне, Шрила Прабхупада говорит, те, кто близкие и дорогие Кришне, Кришна, он посылает их в Гауди Матх. И Прабхупад говорит, у вас нет права критиковать. Те, кто приходят в Гауди Матх и присоединяются к моему служению, не каждый. Они посланы Бхагаваном. Шрила Прабхупад говорит, выбор сделан Кришной. Кришна выбрал того, кого послать в Гауди Матх или представителей Гауди Матха. Это выбор сделал Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху не... Они выбраны самим Кришной и посланы, чтобы проповедовать послание великолепия Гауди Матха. И поэтому у меня есть право и сила заявить,
что сказал Шрила Прабхупад, что думаете ли вы, что есть какой-то другой путь, кроме Гаудия-матха? Эти преданные, кроме тех преданных, которые избраны Бхагаваном и посланы служить Гаудия-матха. Если что-то еще, Гаудия-матха — это единственный путь. И вот Гаудия, значит, почему я при Гаудия, это Гаурия, это значит Радхарани, Гаури. Гаури значит Радхарани. И также Гаури значит Гора, и они не отличны, Гора или Радхарани, поскольку Радхарани приходит в форме Гауранги. Радхарани и Кришна, они приходят в форме Гауранги. Это более великолепное, поэтому я начал с этой шлоки. Если я нахожу вайраги в сердце Рагунатха Даса Гасая, то я обниму его лотосные стопы и не смогу оставить, поскольку он может дать лотосные стопы Радхарани Рагунатха Даса Гасая. Рагунатха Даса Гасая плачет и говорит: «Я не могу жить. Я не могу жить без тебя, о Радхарани, я не могу жить без тебя». И вот Рагунатха Даса Гасая говорит: о, Радхарани, ты должна понять, что без тебя я не могу жить. Если вы чувствуете это, ты чувствуешь это, пожалуйста, приди и забери меня к своим лотосным стопам. Я хочу достичь твоих лотосных стоп, без которых я помру. Однажды Рагунатха Даса Гасая говорит, что если Кришна явится передо мной, однажды Рагунатха Даса Гасая сказал, если Кришна явится передо мной и скажет: «Хорошо, ты хочешь встретиться со мной, я Кришна, и иди ко мне». Рагунатха Даса Гасая говорит: «Я не смогу поверить ему. Если кто-то явится передо мной и скажет, что я Кришна, приходи ко мне». И Рагунатха Даса Гасая скажет: «Я не поверю. Я не могу пойти к тебе, но если Радхарани, моя госпожа, и также твоя госпожа, если она придет, Рагунатха Даса Гасая, если Радхарани скажет, что о Сакхи, о Латиманджаре, приходите ко мне, здесь мой прананат. И если Радхарани, мой гуру, скажет, о Сакхи, о Латиманджаре, здесь мой прананат Кришна, и тогда я быстрее, чем дует ветер, побегу туда. Я достигну тогда лотосных стоп Кришны, если мой Господь, моя госпожа Радхарани скажет, что Кришна здесь, и тогда я побегу туда быстрее, чем ветер. И Шрила Прабхупад говорит, без Рагунатха Даса Гасая, он говорит, без твоих лотосных стоп мы не можем жить. И действительно, Джайдев Госвами, он смотрел, наблюдал за Лилой. Это не философия. Рагунатха Даса Гасая, он плачет и говорит, и в Гита Говинде Джайдев Госвами смотрит и пишет, и записывает, что за Лила происходит.
И в Чайтанья Чаритамрите мы также находим одну шлоку. Если Кришна, он там с Радхарани, то он зовется Мадана Маханом. Если Радхарани нет с Кришной, то тогда Кришна, он практически... То есть, когда Радхарани с Кришной, то он зовется Мадана Маханом, а когда Кришна нет, когда Радхарани нет, то Кришна, он чувствует Апракрита Кама. И таким образом Апракрита Кама, Кришна говорит, я горю от действия Апракрита Кама. Кришна говорит из-за смирения, что я горю в огне Кама. О, Радхарани, даруй свои лотосные стопы, поставь их ко мне на голову, иначе я не смогу выжить. И таким образом, Ватсали Синду — это вот эти слова с Прабхудананда Сарасвати Падом сказаны. И вот он очарован Камой. И хотя он Мадана Махан, но когда Радхарани вместе с ним, а когда Радхарани нет, то он очарован Камой. У нас есть право заявить, что в Гаудия Бхаджане мы можем понять Рагануга Бхаджан, Бхаджан под руководством Рагануга преданных, поскольку наш сочетание Махапрабху мы можем найти его поведение, его этикет, чтобы понять Радхарани. Чтобы понять Радхарани, мы должны понять Гауранга Махапрабху. Чтобы понять настроение Радхарани, мы должны понять настроение Гауранги. Поэтому я начал с этой шлоки. И чтобы... И с помощью вамшидания своей флейты Кришна он привлекает всех гопи, и все гопи, они привлекаются этим, но есть одно «но», что этот Бхагаван Шри Кришна, играющий на флейте, его вамши флейта, когда и что говорится здесь? Когда Кришна смотрит на Радхарани, то тогда вамши, говорится в этой шлоке, та флейта, она падает из его рук, и одежда, она развязывается.
Это Радхарани, мы очень удачливы. Гуранга Махапрабху там, и мы Гаудия, преданные Гаудия Матха. Это указывает на Радхарани, что Радхарани наш Ачарья, Гуранга Махапрабху наш Ачарья. И Радхарани, она тоже Ачарья. И наш Ачарья — это Радхарани. Мы не хотим слышать ничего. Наша Ачарья Радхарани, которая помогает всему миру, чтобы обрести милость Кришны. Радхарани, она организует для нас прасад Кришны, Его милость. Радхарани, она контролирует Кришну. Кришна, он сравнивается с сумасшедшим слоном. А Радхарани, она сравнивает с цепью. Кришна не хочет ничего слушать, у нее нет времени на нас. Но Радхарани, она пытается привязать Кришну и уговаривает его, чтобы он раздал свою милость всем. И вот любовь Радхарани, ее чувство Кришна, и поэтому Кришна вынужден слушаться Радхарани. И у нас есть столько уверенности внутри нашего сердца, что Гуранга Махапрабху, он наш гуру. Но наша цель — Радхарани, и мы не хотим ничего иного. Но с различных точек зрения хочу обсудить это. И вот Шрила Прабхупад говорит, мы очень удачливы. Шрила Прабхупад говорит, мы очень удачливы. У нас есть возможность отмечать Радхаштами под руководством Сочетания Махапрабху, под руководством Бхактинат Такура, под руководством Шрилы Прабхупады. Мы очень удачливы. А другие сампрадаи, не Бхарга сампрадаи и прочие, они неудачливы. Что вы имеете в виду? Все другие сампрадаи, они тоже соблюдают. Они тоже соблюдают Радхаштами. Что вы имеете в виду? Почему мы самые удачливые? А поскольку другие сампрадаи не могут понять настроение Радхарани совершенно. Другие сампрадаи, как Валабхачарья, Пушти Тушти Марк, они тоже не могут понять. Они не могут понять подлинное чувство Радхарани. Мы горды и счастливы от того, что мы имеем возможность следовать Радхарани, следовать Гуранге. Шрила Прабхупад говорит, сегодня, если вы соблюдаете, отмечаете этот день Радхаштами под руководством Гуранги Махапрабху, то тогда мы на 100% достигнем успеха, поскольку Гуранга Махапрабху, внутри Гуранги Махапрабху, Кришна Бхагаван вместе с Радхарани присутствует. И все другие сампрадаи могут заявлять что-то, что они тоже соблюдают, но наш случай уникален, и я уже сказал. Вы можете сказать то, что вы начали с того, что на пути Анугати Радхарани, я уже начал, что на пути Анугати Радхарани, Тринадапи Бхава, она естественна. И также я начал с этой шлоки. Басалла Синдура Тишанда Кипайка Синду.
Vasala Sindhu, Rutishanga, Kipaita Sindhu. Это значит, что мы прославляем Вайрагью Радхарани. В бесконечных мирах Вайрагья Радхарани, она наивысшая. Я имею в виду отреченность Гуранги Махапрабху, наивысшая Вайрагья Синдху. Я начал с этой шлоки. И вот Вайраги Синдху, океан Вайраги показан, Радхарани, отреченность Радхарани. Что такое Вайраги? Служить Кришне уникальным образом, это и есть Вайраги. Служить Кришне уникальным образом, это зовется Вайраги. Вайраги значит Вишешанурак. Вишешанурак, особое привлечение, особое влечение к служению Кришне. Если у нас есть стремление к служению Кришне, это называется вайраги, и поэтому вайраги Радхарани, она наивысшая, хотя можно видеть, что она вроде украшает себя, носит хорошую одежду, но как можно думать, что это вайраги, но это глупо. Подлинные вайраги — это стремление к служению Кришне. И вот это океан вайраги, я имею в виду океан милости короны. И когда я смогу обрести служение тебе, это молитва всей Гауди Сампрадаи у Радхарани. Это милость. Корона. И таким образом мы сможем делать заключение, что когда Кришна встречается с Радхарани, то тогда вамши флейта, она падает с его рук, одежда развязывается. И Кришна не может отплатить Радхарани. Кришна говорит, я не могу отплатить. Я не могу отплатить Радхарани. Очень прекрасный киртан в Гита Говинде, но у нас нет права петь его. Мы должны достичь того уровня, когда мы станем достойны. Мы должны, и тогда мы осознаем, иначе нет. Тогда мы станем достойны. Мы, как Сахаджи, Шрила Прабхупад говорит, и Сахаджи, у них нет права даже произносить имя Радхарани, поскольку когда они думают о сокровенных лилах Радхарани и Кришне, что говорить о их анардхах, они только увеличивают свои анардхи, они не избавляются от анардха, наоборот, их увеличивают. Я могу показать в Харикатхе Шрилы Прабхупады. Анардхи не увеличиваются. То есть они могут подумать что-то плохое о Кришне и Радхарани, не могут понять их великолепие. Кришна, он вездесущий, нельзя скрыть от него что-то. Даже
Кришна, Он вездесущий. Даже если мы носим одежду, Кришна все равно видит нас насквозь, наше скверное сердце Кришна все равно видит. И я не могу скрыть от Кришны ничего. И вот Шрила Прабхупада говорит, и сахаджи, они увеличивают свои анардхи вместо того, чтобы избавляться от них. И поэтому лучше, если они будут следовать настроению Шри Чайтаньи Махапрабху и поймут, что такое подлинная Радха Анугатхи. Они могут, если они будут следовать Шри Чайтаньи Махапрабху, они поймут, что такое подлинная Радха Анугатхи. Вайраги – видья. Вайраги – это видья. Вайраги – это не авидья. Вайраги – это видья. Мы изучаем, мы должны научиться вайраги от Радхарани. Это будет по-настоящему зрелое Радхарани, зрелое вайраги. Если Радхарани украшает себя, то она украшает себя ради Кришны и прочие гопи тоже. Внешне нельзя сказать, что они отреченные, но они познали суть отречения, они украшают себя ради того, чтобы Кришна был доволен. Все их действия, все, что они делают. Может, вы материалисты и думаете, можете найти какой-то недостаток у Радхарани или Гопи. Но все, что они делают, у них нет никакой корысти, запаха корысти, все они делают для удовлетворения Кришны. В Чайтанье Чаритамрите говорится об этом. И все же это юкта вайрагья, все, что они делают, они все, они делают ради полного удовлетворения Шри Кришны. И вот в материальном мире, материальная вайрагья, материалисты не понимают эти две вещи. Только либо привязанность, либо отречение от чего-то. Только два таких состояния. А мы, гаудии, мы хотим избавиться как от привязанности излишней к чему-то, так и от излишнего отречения. То есть мы должны гармонично. Мы должны быть в гармонии, как Пундарик в виде Ницше, он был очень так, излишне украшен внешне, но был полон бхакти внутри. И поэтому показывать такую вайраги, такое отречение, как обезьяны, нам нет нужды. Мы должны следовать Шри Чайтанье Махапрабху. Мы должны следовать бхактину такого Шри Прабхупаде, чтобы понять настроение Радхарани, которое всегда служит Кришне круглосуточно. И я также сказал вам, что те гопи, те манджари, они иногда борются друг с другом. Первое, это Радхарани, то есть есть группа Чандравали и Радхарани. И я вначале сказал, есть любовь и борьба, они происходят ради одной высшей цели, то мы должны приветствовать это все. Я пример могу привести. Если Шрила Прабхупад говорит, если любовь и борьба, они случаются ради одной единой высшей общей цели Кришна Севы, то мы должны приветствовать это, одобрить. И вот Радхарани, группа Радхарани и Чандравали, они эти обе группы хотят служить Кришне. Пытайтесь понять это все. Группа Радхарани пытается служить Кришне и Чандравали. И вот они друг с другом
Иногда борьба у них происходит. И вот Лалита Вишака, группа Гуна Манджари, они в этой группе, а в другой группе Чандравали, Савья и прочие какие-то группы. И иногда они говорят Чандравали, вот Чандравали, Радхарани уже померла, как где? Видели вот там, она практически помирает, да, хорошо. Мы можем вот с завтрашнего дня служить Кришне. О, глупцы, как вы? Чушь. И вот они говорят, из-за Радхарани мы можем служить Кришне. Если Радхарани умрет, то и Кришна умрет. Поэтому в том, что Радхарани умирает, нет ничего хорошего. Если Радхарани уйдет, значит мы беспомощны. Я знаю, Радхарани, она моя соперница, но Чандравали говорит, но я знаю наверняка, если Радхарани уйдет, то тогда тоже Кришна тоже уйдет. И тогда некому будет служить, и поэтому любовь и борьба вот эти между двумя группами Радхарани и Чандравали. И Радхарани иногда плачет, поскольку Савья иногда они Кришну ловят и уводят куда-то. И их отношения очень сладкие. Эта лила очень сокровенна, у меня нет права обсуждать ее, но пытайтесь понять. И мы можем обрести эту надежду, наша перспектива в будущем мы можем обрести, если будем следовать Чайтанье Махапрабху полностью, Бхактивинода Тхакура, Шриле Прабхупаде. Мы можем обрести шанс, нет сомнений в этом. И вот сейчас мы заканчиваем на сегодня, поскольку очень обширная тема, я могу очень долго говорить, и мы очень удачливы. Любовь и борьба, если они случаются ради одной высшей, уникальной цели Кришна Севы, то мы очень счастливы, как Мадхав Госвами Махарадж. Он обнаружил место, открыл, восстановил, точнее, я привожу пример такой. Мадхав Госвами Махарадж, он хотел, он возродил место явления Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати. У Мадхав Госвами Махараджа было очень мягкое сердце. Если мы хотим научиться, как вести себя идеальным образом, мы должны узнать это от Шрилы Мадхав Госвами Махараджа, Шрилы Сиддханты Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Мадхав Госвами Махараджа знает, как выражать почтение другим. В Шикшастаке такие слова приводятся. Мы должны выражать почтение другим и не ожидать его к себе. Мадхав Госвами Махарадж мог То есть он мог бы сам установить божества на месте Шрилы Прабхупады, но он позвал Шрилу Пури Госвами Махараджа.
и всех остальных братьев Боги, что вы должны помочь мне. Ваша помощь, Вайшнава, мне нужна ваша помощь. И тогда я восстановлю должным образом это место явления. Шрила Прабхупада, один из его братьев Боги, не хочу называть его, начал спорить с ним. Шрила Прабхупада никогда не говорил восстанавливать место его явления. И этот брат Боги говорил, что Шрила Прабхупада никогда не говорил восстанавливать место его явления, поэтому ничего не буду делать, сами занимайтесь. И после этого они подали в суд против Мадхава Госвами Махараджа, то, что у них нет права восстанавливать место явления Шрилы Прабхупады. И вот такой глупый судебный процесс рассматривался, но Мадхава Госвами Махараджа победил. Но все же Мадхава Госвами Махараджа такого бестолкового брата в Боге не критиковал. Хотя все понимали, что тот ерундой занимается, но все равно все поняли, что настроение Мадхава Госвами Махараджа подлинное, и помочь надо именно ему. И вот в итоге Шрила Мадхава Госвами Махарадж выиграл это дело. И вот я хочу служить Шриле Прабхупаде Радхаране, но я не могу. Я хочу служить Шриле Прабхупаде, но не могу говорить таким образом, кто я. Я очень малое создание. Я хочу служить Гурудеву Шриле Прабхупаде Радхаране. Бенум карат нипатитам скалитам сикандам Брастанча питавасанам, бхажараджасуну, бхажараджасуну, джассайка сарагати вимурчитасья, сарадика паричами кадарасен, джасса катакка сарагати вимурчитасья, джасса катакша сарагати вимурчитасья, сарадика паричарами кадарасен. I have no right to speak that way, but I am speaking that Prabhupada Saraswati. I have no right to speak. If I speak, then I become Sahajiya. I am speaking the sloka, I like to give honor to Prabhupada Saraswati. Nakyamani. So, yatha yatha gaura padara binde, binde the bhakti mikitapanrasi, tatha tatha usarpati hiryakasmad, radha padam mujosudhamburasi. If you like to realize, если вы хотите понять славу Радхарани, то тогда, несомненно, вы должны следовать лотосным стопам Гуранги. Иначе, как Сахаджи, мы можем совершить самоубийство в своей жизни. Каждый год у нас есть возможность отмечать Радхаштами, но с различных точек зрения мы обсуждаем эту тему. Если у вас есть вопросы, вы можете спросить. Punjab. Huh? In Punjabi. Вриндаван. И вот вопрос про то, когда Кришна оставляет Вриндаван. В общем, в Гопи-гите детальный ответ на этот вопрос есть. Настолько детален, что невозможно представить. Я, конечно, могу полностью ответить в Удав-гите, в Удав-самвате и в Гопи-гите полностью. Это вот
И то, что Кришна он не может заплатить Радхарани, но Кришна он никогда не уходит из Вриндавана. Джива Госвами Пад говорит, что Кришна никогда, никогда и никогда не уходит из Вриндавана, но все же, чтобы увеличить настроение любви, настроение разлуки, чтобы обрести это чувство Випраламбха Бхава, Радхарани новое, новое чувство каждую часть секунды Радхарани. И гопи, они выражают новое, новое научное чувство, великолепное чувство Випраламбха Бхавы. Кришна, он всегда хочет обрести этот вкус. И если бы Кришна всегда был с Радхарани, то Радхарани чувствовала бы все равно разлуку. И если Кришна с Радхарани, даже на коленях у Радхарани, если бы был бы Кришна, все равно Кришна спрашивает, где Радхарани, где Кришна. И вот сейчас пытайтесь понять, материальная концепция не может достичь этого. Материальная концепция не может достичь такого высокой цели, о которой говорит Кришна. Даже сейчас он на коленях обнимает, они обнимаются, но Радхарани чувствует разлуку с Кришной. Это значит, что у Радхарани есть такое, то, что оно выражает будущее чувство разлуки. Кришна уже еще с ней, но как Кришна может уйти, она уже заранее переживает, что как без Кришны. Даже Радхарани говорит Лалита Вишаки. Радхарани говорит Лалита Вишаки, о Лалита, я думаю, я помру сегодня. Кришна не придет. Мое терпение, оно достигает последней степени. О Сакхи, мое терпение, оно достигает наивысшей степени. Я не могу больше терпеть. Будьте уверены, Сакхи, я умираю сегодня. И одна просьба к вам, о Лалита, о Вишакха, у меня просьба к вам. И что за просьба, если помру? Вы поместите меня сюда, и я буду служить Кришне даже после смерти. Даже после смерти Радхарани говорит из-за смирения, мое тело Панчабхутик, состоящее из пяти первоэлементов, и Кришна может прийти сюда. Иногда может прийти в будущем, это пылинки не могут служить его лотосным стопам. Моя панча тарманта, все эти органы чувств и их объекты, все это может разложиться, мое тело разложится на эти первые элементы. Я могу служить Кришне в этих пяти первых элементах. Как вода в моем теле, она перейдет в кунду, где Кришна может омываться, теджа, свет перейдет, свет, и все остальное также. Я также буду служить Кришне, и такое настроение у Радхарани. Но Кришна, внешне Кришна, он скрывает себя, чтобы показать, что я уже уехал в Матхуру, в Двараку, но все же Вриндавана Чанда Кришна никогда не уходит из Матхуры, и точнее из Вриндавана в Матхуру, чтобы увеличить вкус Випраламбхи. Кришна скрывает себя на какое-то время. Иногда из-за Випраламбхи они встречаются с Кришной и Випраламбхи. В Удавгите объясняю, Удав, иногда они плачут, они практически на волоске от смерти, они чувствуют, что я там. И Кришна говорит Удаве, о Удав, ты можешь напомнить им, что когда вы чувствуете огромную разлуку, вы можете видеть Кришну или нет. Хотя они могут видеть Кришну, но чувствуют, что Кришны нет. И Кришна говорит, что я там, я всегда во Вриндаване. Даже не видя и обнимая меня, они думают, что это сон. И это их настроение. И Радхарани говорит, Кришна говорит, Радхарани, она практически умирала в то время, но она не умирала.
Поскольку она была уверена, если она умрет, то я тоже помру. И все эти сокровенные вещи нельзя найти где-то. Я говорю, это из Видьяпади Чандидаса. Я не должен говорить, поскольку я очень малое существо, но все же, чтобы ответить на ваш вопрос, вынужден говорить, Радхарани не умирает, поскольку Радхарани знает, если Радхарани умрет, то Кришна тоже умрет. И поэтому Радхарани так или иначе выживает. И если Кришна узнает, что Радхарани умерла, то он тоже умрет, поскольку у него огромная любовь к ней. Вот. И вначале мы должны помнить этот совет Прабхутананды Сарасвати. И вот в соответствии с пропорцией нашего влечения к лотосным стопам Гауранги, и в соответствии с этим мы будем чувствовать чувство служения Радхарани и ее настроение. А совершить самоубийство, как Сахаджи, это глупо, и тогда я не смогу ничего сделать.